Своеобразный день жилищно-коммунального комплекса накануне провела главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Правда, посетила она микрорайон Павшинская пойма в Красногорске. Многочисленные жалобы на недостаток парковок, благоустроенных дворов, отсутствие детских площадок и зон отдыха для старшего поколения поступали от жителей в течение нескольких лет. И вот теперь наболевший вопрос сдвинулся с мертвой точки. Эту тенденцию Татьяна Витушева отметила как положительную и вместе с тем в пример привела Мытищи, как один из лучших муниципалитетов по благоустройству и чистоте. Мытищи, ну это как Долгопрудный, тоже наш с вами лидер, флагман чистоты, порядка и благоустроенности. Мытищи очень часто я привожу в пример и даже, в общем-то, беру оттуда ответственных лиц для того, чтобы они поделились опытом. Значит, в Мытищи, так же, как и Долгопрудный, находится в более привилегированном положении, потому что что у нас сейчас идет в Павшинской пойме, то Мытищи сделала, ну, как и Долгопрудный, много лет назад. И сейчас задача Мытищ поддерживать, так же, как и Долгопрудный, тот порядок и благоустроенность, которую навели. Вы знаете, наверное, тяжело набирать обороты и быть лидером, но еще тяжелее эту позицию удерживать.